Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шлык, и мы продолжаем играть Героев Меча и Магии 6. Так, как вы помните, у нас тут проблемка с ресурсами нарисовалась в прошлый раз. Надо идти срочно что-то захватывать. Куда я тут, кстати, собрался идти? Я собрался идти сюда. Ну тут что у меня? Тут у меня особо ничего. Блин, мне нужно найти шахту на самом деле. Эту, с самоцветами. Вот это то, что я сейчас так собрался идти, это на самом деле не оптимальное, далеко не оптимальное решение. Ладно. Забежим сейчас на этот флаг. Возьмем себе 5 очков передвижений. Отпустим этих чувачков. Возьмем себе еще очко передвижений. Можно посещать раз в неделю. Так, ну и пойдемте наг фигачить. Блин, они атакуют все время, короче, с этого фронта. Меня это... Вы бы знали, как меня это напрягает. То есть меня это пипец как напрягает на самом деле, то, что они атакуют с этого фронта. Вот, блин. Ладно. Побежали в таком раскладе. Я им не хочу, очень не хочу им отдавать форт. А, ну он там красавчик. Он там побегал и, короче, форт так и не забрал. Вот. Мне, наверное, надо в форт забежать все-таки лучше. Чтобы он его точно не взял. Сейчас, если этот чувак сюда побежит... Да, он побежал сюда именно как раз. Мы ему сейчас тут пиндюлину выдадим. Выдадим ему пиндюлину. Ну, небольшие потери у нас. Все замечательно. Так, на город отстраивать. Что у нас по ресурсикам? Ну, хотя бы замок надо поставить, да? Самоцветами, ребят, беда. Может быть, здесь есть самоцветы, тогда, раз уж мы сюда пошли. Сейчас будем искать форт. Форт, кстати, туда куда-то указывается. Это вот этот, что ли? Ну да. Блин, прикольно, а как это так? Ну ладно, сейчас мы возьмем тогда этот форт. Новая неделя, я, короче, как обычно, вовремя взял форт в первый день. Прям я просто мастер взятия фортов в первый день. Так, ладно, не суть. Вот эту шляпу надо перестроить. Они бегут откуда-то оттуда, меня это напрягает жутко. Ага, перестроить я бы и рад, но у нас нету камней. Почему он не перестроил форт мой этот? В общем, вы поняли. О, кстати, 5 камней, да. Сейчас мы как раз сможем перестроить. Давайте почитаем сферу конфликс. Так, перестроить. Ну, во всяком случае, чтобы хотя бы ему в следующий раз пришлось тоже перестраивать. Чтобы, если чё, чтобы ему не так легко было. Так, чё в сфере конфликс? Здорово, герои. Короче, солнечного коня не остановите, так как я не давал советов, то игра мега простая. Ну, в принципе, все понятно, что. Так, тут, я так понимаю... Да ладно, тут есть проход. Ух ты ж, блин. Ну, этот проход, на самом деле, он большой. Меня напрягает, потому что они оттуда бегают. То есть тут они по воде будут бежать и терять очки. То есть там по воде, короче, с большой задержкой пробегается, как правило. Или нет, я не знаю. Ну, там что-то, короче, как-то считается.
Блин, мне срочно надо ангелов выходить, а я в них не знаю, как выйти, потому что у меня нету кристаллов. Вот, 6 кристаллов. Надо срочно зачищать вот эти врата. Адовые врата. Атаковать. Отлично. 6 кристаллов. Мы сейчас сможем что-нибудь построить. Нам надо 14, чтобы выйти в ангелов. Ну ничего. А, вот они откуда, заразы-то бегут. Только я сейчас немножко не понял, они что, на кораблях, что ли, приплывают, или... Какого вообще... То есть откуда они здесь берутся? Что-то я сейчас немножечко не вдуплил, ну ладно. Но они бегут постоянно отсюда, во. Наги эти. А, вон они как бегают. Все понятно. Небольшая, иди сюда. Получил звездюлей, получил. А чё, у нагов есть какой-то перк, позволяющий им бегать по воде? Это такой прикол? Я не знал, что у расы наг есть перк, который им позволяет бегать по воде, честно. Оказывается, видимо, да. Так, ладно, давайте убьем. Тут возьмем этот костерок. Но тогда нам придется как дауном, короче. А хотя, с другой стороны, если они отсюда бегут... Ну, эти наги. О, кристалл, кстати, вон там еще шахта. Это есть. Если они отсюда бегут, то, в принципе, они форт мой... особо не захватят. Вот мне что еще надо построить? Мне еще надо, блин, построить в таком раскладе портал. На портал пипец сколько этих ресиков надо. Так, ладно, 7-й день. Давайте построим 7 этих, купим ресурсов, построим себе все-таки ангелов. Фиг с ним. Все, и тогда пешком. Сейчас пешком, да, давай, дуй. Блин, надо было в конюшню подождать. Так бы быстрее, наверное, получилось. Ну ладно, не суть. Не суть. Так. Они же, я так понимаю, на этой неделе особо не будут на меня нападать, потому что я сейчас убил их героя. Ну, вроде как так должно быть. Так, все, всех купили. Теперь надо потихонечку грейдить лучников. 3 кристальчика надо, чтобы апгрейдить. Раз, два, три. Все, лучников грейдим. И грейдим лучников здесь. Все замечательно. Замечательно, великолепно. А чё? А, 5 ангелов-то, чтобы купить. Надо по кристаллу за ангела. Вот я дятел. 5 кристаллов надо. Сейчас мы купим 5 ангелов. Вот, все нормально. У них же 300 хп. Во, вот это у нас сильная теперь армия. Так. Ну что, теперь тогда надо идти куда-то сюда вниз, мне кажется. Сейчас мы посетим тут все вот эти ништячки. И пойдем туда тогда вниз. Может быть, тут будет проход. Так, убегают. Пошли нафиг. Убегают, пошли нафиг. Вот, может, тут к этим нагам как-то будет проход к замку, хотя я сомневаюсь. Не надо мне эти лягушки. Мне нужны деньги, но еще больше мне нужны кристаллы. Так, а что-то я тут вообще не наблюдаю каких-то... А, вот кристаллы и сандали путешественника. Так, атаковать. Отлично, без потерь. О, один кристалл, это замечательно. Так,
А, ну у меня один к дальности передвижения, один к физической защите. Это что? Это набор чего? А эти два к дальности передвижения, X7 к лидерству во время сражений. 6 к магической защите, мантия. А чё у меня за мантия? 2 к магической защите, 2 к здоровью дружеских существ. А ты тоже из набора? Нет. Так, ладно, я пока дальность передвижения себе поставлю, ибо надо. Вот, тут, короче, тупик, все понятно. Так, давайте что-нибудь поставим. Вот 5 этих. Давайте обменяем 5 этих. 3. 3 только. А, 4. Ну, 5. Блин, дорого на самом деле. То есть, ну, нормально. Нормально. Обменяли. С этого дерева и камня. Нам надо срочно еще замки. А то у нас вот на рынке цены бешеные. Нам надо еще замки. Атаковать. Ну, потеряли там немножечко. Так, что-то я так понял здесь. Ага, вон кристаллы зато вижу. Вижу кристаллы, их охраняют весталки, которые убегают. Забираем кристаллы, удвоиваем ману. Получается, туда там белый, то бишь нейтральный этот. Ну ладно, давайте через конюшню сейчас придем обратно. Атаковать. Все, то есть вот так вот через конюшню мы сейчас прибежим четенько. И надо как-то что-то с нагами мутить. Надо что-то как-то с нагами мутить. Так. Ну ладно, давайте сейчас скупим всю армию. И теперь купим еще 3 кристалла. Раз, два, три. И докупим оставшуюся армию. Так, я еще хочу построить что-то. Например, грифов. Грифов загрейдить. 3 кристалла надо, да? Раз, два, три. Все. Так, скидываем армию. Она у нас не скидывается. Потому что весталки надо загрейдить. Так, теперь грейдим грифов. Грейдим грифов. Все, ничтяк. Ничтяк. Так, уже более-менее армия начинает вырисовываться. Это радует меня. Но надо что-то с этими нагами мутить. Во-первых, надо все-таки побежать, взять вот эту золотую шахту. Слушайте, а я могу ТПР туда раскрутить? У меня есть обычный портал. У меня нет даже обычного портала. Я на следующий ход сейчас построю обычный портал себе. Сейчас. Сколько он там стоит по кристаллам? Базовый портал. Он 5 всего лишь стоит. Так, ну давайте парочку вот тут возьмем. Парочку вот так возьмем. Ну и один за деньги купим. Теперь построим базовый портал. Все, теперь у меня есть. Я теперь могу из столицы перемещаться в форты быстро. Я это сейчас и сделал. Так, атаковать светлячков. Так, все. Сейчас мы возьмем шахты, которые не наши. Чего они не убегают? Неужели никого не пугает мой ангел? Обломок древнего диска. А, это нам даст слезу Асхи. Лолу. Это я помню такой квест. Это надо искать. Вообще надо искать. Оставить их, пусть убегают. Надо искать. Однозначно. Так, вот тут еще кристаллы. Там группа этих.
Ну смотрите, эти снизу бегут, они все равно ничего не сделают, так что. Атаковать, ну тут, конечно, да. Недостаточно очков передвижения. Да чего же это убивает? Вот, серьезно. Вы себе не представляете, когда вот это вот ты так. Ну мне ж хватит, чтобы добежать до форта, да, хватило. Все, нормально, пропускаем. Я, он хоть тут, ну тут незначительная угроза, но я пропущу ход, чтобы он не забежал в форт. Он там побежал куда-то. Да блин, ты издеваешься, что ли? Чё за фигня? Он не тот форт, так этот захватил. Вот же говнюк, а. Редкостная, мерзопакостная собака это. Ты иди сюда, получи звездюлей. Тоже мне научились по водам бегать. А мне теперь прироста. Тут вообще непонятно. Хорошо, хоть ничего не перестроил, и то радует. Если бы перестроил, было бы вообще обидно. Так, короче, я так понимаю, нам бежать когда-то надо туда. Потому что это единственный варик. Вот, этот форт... Не, ну блин, то, что тут они отсюда забегают по этой воде, а я тут не могу бегать, ну это как-то обидно. Может какая-то... Ну ладно. Хоть вот тут я могу бегать. Так, единственное, я вот сейчас, наверное, думаю, все-таки я слетаю. Блин, надо улучшенный портал ставить. То это все фигня. Улучшенный портал стоит 10 кристаллов. Ну блин, а что делать? Что делать? Надо покупать 10 кристаллов. Ну, точнее, 8. Ставить этот улучшенный портал. Да, это, конечно, в деньгах очень дорого, но... Зато я смогу скупать популяцию. Сколько она, кстати, стоит? 16 тысяч без ангелов. Так, сейчас мы купим ангелов. Сейчас. Что тут хотя бы, блин, то пофиг, 2 уже по максимуму. Их же здесь как раз 4, да? Да, 4 как раз. Так, еще бы апгрейдить, вот, например, висталочек, но они 6 стоят. О, я лучше этих стражников апгрейжу сейчас. Но я не могу сейчас грейдить, но мне сейчас и не надо. Мы как раз на следующий ход сейчас апгрейдим себе конников. Сейчас мы это сделаем. Так, конники стоят 4 кристалла. Ну что, покупаем. 1, 2, 3, 4. 4 кристалла, ставим конников. Теперь их грейдим. Вот они теперь у нас солнечные крестоносцы стали. Все, теперь базовым порталом, получается, надо лететь аж вот сюда. Аж вот сюда и бежать теперь вот так вот. Я так понимаю, это единственный путь, который у нас тут есть. Единственный вариант. Ну да, там тоже нагами все контролируется. Ага, надо будет потом обязательно на аренку сходить. Амулет грома какой-то. Так. Амулет грома. Ладно, фиг с ним, с амулетом грома. Ага, фигушки ты тут так. А, ну здесь же стоп, здесь есть верфь. Стопе, стопе, стопе. Атаковать. Это наги по воде могут. Тогда берем амулет. Заклинание воздуха наносит. Ну мне нафиг они не нужны. Построить. Так, все, теперь нам надо... Нам, короче, теперь надо как-то поплавать. Ага, вот они, эти говнюки. Слушайте, они реально по воде плавают. Вот же говнюки, а, редкостные. Иди сюда. Умри. Умри, глупец. Все, заходим в город, мы взяли. Теперь нас так не будет напрягать эти наги. 17 дерева надо, чтобы его перестроить. Ну, благо... А, и 9 еще этих. Ну, теперь у нас скидка-то. Теперь 50% скидки. Я теперь в 2 раза раже... Что я несу? Так, 3 дерева еще. Все, перестраиваем. И я сейчас здесь смогу покупать. Но я, скорее всего, не смогу здесь ничего покупать, потому что... Или смогу. О, да я здесь кроме ангелов
Я тут даже круче, тут вообще все отстроено. Увеличится в полтора раза, ангел воскрешает 33 после каждой битвы. Ух ты! Прикольно, то есть я могу здесь этих загрейдить. Давайте тогда купим. Ага, вот мы и приехали. Вот у нас кончились немножко денежки. Кончились денежки, ну ничего страшного. Блин, 11 косарей, еще бы ангелов построить. Ладно, ничего страшного. Водоворот я пока прыгать не хочу. Блин, а это они, получается, по воде вообще изи бегают. Как говорится, попробуй захвати. Это ж они из водоворота могут прибежать. Ладно, давайте пособираем вот этот мусор. Так, сюда нельзя причалить, да никак. О, золотое яйцо. Надо, короче, туда бежать. Там ништяки. А мы когда взяли этот замок, мы вообще что взяли? То есть тут форт мы не взяли. Форт вот там где-то, да? Стоп. Бежим тогда атаковать. Ну, я думаю, поднимать себе уровень за 7 кристаллов нам вообще никакого смысла нет. Мы и так раскачаем его. Вот аренку подраться, это круто. Сразиться, конечно же, сразиться. Так, как у нас тут вообще стоит расклад? У нас вот так стоит расклад, у нас не выставлены ангелы. То есть, комп, ты чё? Выставляй ангелов, причем лучников им дефолку выставляй тут, наверное, как-то вот так вот, чтобы эти под раздачку попадали. А ангелы, грифы, все эти в серединке. Опаляющий свет. Вот, я могу вот этих ослепить, да? Да, могу. Фига эти, короче, бзёлочки ходят. Так, третье подкрепление арбалетчиком. Во, нормально. Ну, я думаю... А, гриф, вообще у тебя есть резон. Ты, блин, как бы попасть так, чтобы по грифу... Но гриф улетит, скорее всего, да? Нам на обзёлок фигачить. Пойдемте фигачить бзелок. Фига они ответили, блин. Один ангел умер. Так, ну солнечные скакуны нам не надо. Бзелок фигачим. Бац. О, ты же можешь захилить ангела. Сто пудов, захиливай ангела. Все, становись защиту. Ты тоже становись защиту. Блин, прилетел, короче, наш этот говнюк. При следующей телепортации на текущем ходу снимает соседних отрядов одно случайно. Не, это фигня. Давайте убьем. Частично убьем бзелочек. Так, ангел, клинок мира 7. С помощью благ... могут воскрешать дружественных существ. Ага, это ты можешь воскресить наших грифов. Но тебе не грифов на воскрешать, тебе надо, короче, драться. Тебя потом висталка залечит. Ну, по идее, должна вроде как залечить. Так, а эти еще будут ослеплены же, да? Давайте общий героизм кинем. 10-12, давай фигач. О, нормально сейчас. 17 зафигакало. А ты фигач фисталок этих. Гриф.
Ну, блин, кого? Грифона, собака. Давай, добивай фисталок или по грифам шандарах. Да не, надо фисталок этих добить. Вот, а теперь уже в грифона шпиндереха. Во, нормально. Так, короче, могу залечить ангела. Ну, наверное, надо ангела залечать. Все, ты пока в дефе стой. Так, ходят мои порождения света. Вот что с этими всадниками 59 делать, скажите мне, хрен их поймешь. Что с ними делать? Но я думаю, надо мне общий ускоритель повесить на свои. Чтобы они первые ходили, и мы сейчас их будем долбить. Ну да, чё 42 грифона долбить, они слабые. Отлично, 9 сняли. Так, давайте наших грифов под ангела-хранителя поставим. И собьем таким образом ответочку. Блин, ангел, ты не долетаешь? Ты можешь 7 грифов воскресить. Ну, подожди. Вы, короче, вот так вот перебегайте. На. Отлично. На еще. Давай еще. На. Не, ну тут потери-то будут однозначно. Но, может, не такие большие будут потери. Так, а ну, фисталка, вейт. Шандарахните этих. Теперь фисталка. А что это на нем действует? Не позволяет противнику атаковать. А, вот это что на нем действует. Так, могу одного этого, могу 7 грифов воскресить. Слушайте, ну мне кажется, 7 грифов надо воскрешать. Так, фисталка. О, у тебя есть ослепление? Давай ослепление, короче, сюда. Все, ништяк, они ослеплены. А, ну и клюнь грифов. Так, добивай грифов. Блин, это же они в конце хода прилетят. 6-7. А, вот так 10 убьешь, да? Все. Красавчик. А, ну это же арена. Я тут вообще, я же не теряю существа. Ладно. Берем, идем. А, ну хотя можно уже и кровь брать, да? Надо... Пойдемте кровь. У нас слезы же уже прокачаны. Можно брать кровь. Что у нас защиты 28, атаки 22. Поэтому надо атаку для балансика брать. Так, ладно, я думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.